Всем привет, друзья! Вот наступило время нам с вами прогуляться по территории пляжа Jungle Aquapark сети Albatross. Первое, на что хотел бы обратить внимание, это наличие снэк-ресторана. Там вы можете перекусить в определенное время. Выбор, конечно, небольшой, но тем не менее можно покушать. На пляже также есть охрана, которая патрулирует пляж. Это тоже очень хорошо, следят за пьяными. Кроме того, на пляже есть небольшой бар, там можно взять бесплатно пиво, прохладительные напитки, воду и все, ну вот такое, чтобы попить. Также, кроме бара, есть на пляже такой вот школа серфинга. Для любителей посерфить, пожалуйста, можете погонять на серфинге. Особенность на пляже есть такие вот кровати под навесом, очень удобные пляжные кровати, там можно прятаться от жары. И, как вы уже заметили по видео, места достаточно для всех. На пляже всегда найдутся свободные шезлонги, это хорошо. В очень близкой доступности около пляжа есть пирс, который отличается от понтона тем, что он стоит на сваях. Есть лавочка на пирсе, их там несколько, можно наблюдать за морем. Есть спуски в море для любителей, посмотреть водный мир, это всегда актуально. Поэтому берите маски для снорклинга и в свободную, в хорошую, тихую, спокойную погоду всегда можно насладиться подводным миром Красного моря. Также есть там площадка на пирсе, которая очень классная локация для фотографий. И там можно пофотографироваться. Пляж данный делится на две части. С правой стороны это территория пляжа Jungle Aquapark. А с левой стороны, вот вы видите перегородку, там находится территория пляжа Dana Beach. Это тоже сеть Albatross, соседний отель. В принципе, можно ходить и там, купаться можно и там, но необходимо шезлонги занимать, если вы с Jungle Aquapark, то шезлонги занимаете с правой стороны и отдыхаете, никто вам слова плохого не скажет. Здесь клево, в принципе, жалко, что ветер достаточно сильный, а так, конечно, офигенно.